Меконайс здесь, и я рад разговаривать с вами вновь. Сегодня у нас просто императорский заказ. 3 реплея в одном видео. Темный храмовник. Это все ради тебя. Без опознавательных знаков эти игры поедем по порядку. Ники игроков на вашем экране. Карта Морталис. И мы видим знакомые ники. Деспо, Руси, GTX 86, G-Style, Верхняя команда. Гвардеец Русич. Шикарное место, чтобы попробовать выполнить раш бараками в стиле Данте. Дальше. GTX Эльдар. И G-Style сестра битвы. Нижняя команда. Соп, Деспо. Ми. Что значит ми? А, здесь есть некроны, поэтому Деспо спрашивает, мне можно взять какую-то точку, я так понимаю, да? Ладно. Хвосит, первас нефандум. Нефандам. Первас нефандам. И этот первас нефандам, он... течется. Смотрите-ка. 3 рабочих у него через один ген. Делает 4-й. Что-то непонятное у него творится. 4 рабочих. Еще один генератор. Набрасывает точку. Это что, это реклама энергетика такого, да? В общем, парень хочет играть в культагрен в теч через оружейку, но он совершенно не знает, как это нужно делать. Вот уже минуту 15, он только строит себе генератор, и даже нет возможности у него сейчас пойти в Т2. У него ресурсы потрачены. В общем, хочет он исполнить. Где-то, видимо, раз видел, как это делается, и хочет повторить. Некрон. 1, 2, 3... 3 гена эти стоят. Ёлы-палы, братцы. Как все медленно. Воу, G-Style здесь демонстрирует нам сильнейших юнитов в этой игре. Лучшие юниты в этой каточке, ребята. Это рабочие сестры битвы. Канонисса вышла, бьет одного. Смотрите, какой у нее нулевой урон. Ни разбросить толком не может. Ничего не может. 800 они сбивают где-то. Раз. Два. Неужто не получится, а? Долго что-то бежали, они на самом деле долго эти рабочие бежали, ничего не получилось. Так, еще попытка, еще залет. На! Будет еще взмах? Нет, не будет. КС подошел, бьет ген. Короче, не получилось у сестры сломать сестру, не вышло. Сестра здесь потеряла только... Да ничего она тут не потеряла, только девственность потеряла, наверное, больше ничего здесь не потеряла. В принципе, ладно. Ничего не потеряла. Ну, здесь собираются, значит, Эльдар, Гвардеец, Сопки подошли. Ну, что-то, короче, ничего вообще не сделали. Ничего, только потрогали ее и в разных местах, и все, в принципе. Ничего они не сделали. Как-то долго они бежали. Вилраш. Они будут рашить. Так, Некрон Лорд отдается, Риперы, Собочки, Гвардейцы. Ну нет, вроде бы как, посмотрите-ка, Некрон Лорд работает в принципе. 1, 2, 3, 4, плюс 50 у него прирост. И все так, строишь, турелечка у точки. Продолжают надавливать, продолжают давить эти парни. Продолжают верхняя тима давить нижнюю. Ну что тут? Ох, ну, в принципе сделал. Опоздал намного, но он делает правильно дела. Хаусит делает дела, но делает это очень долго. Культогреночек сделал эту, не взял. Две точки. Ну здесь, ребята, армия мы видим. И гвардейцы, и риперы. А здесь, в принципе, ничего нету. Особо ничего нету. Турельки только строит. Он, ага, отменил, здесь строит. Но сейчас пойдут дефы. И вот сейчас первый уже пойдет. Или нет? Так. И гвардеец Т2. Эльдар уже Т2. GTX уже Т2. Год Т2. Соп пошел в Т2. Сдекапили. Вешки умерли. Русич, братан.
Ты здесь бьешься сейчас, и я вижу, ты побеждаешь. Ты побеждаешь здесь. GTX, G-Style. Пошли к Некрошке. А в принципе к Некрону тоже очень хорошо можно заходить, как и к космодесанту, если Некрон не ждет. К Некру тоже можно запросто зайти и ему навалять. Все, ГГ. ГГ, ну правильно. Правильно, нет, стой. И левает. Вурдаус, Ауфдемшпилен, Энтферн. Блин, и ливнул. Ну, ГГ, все, и левает. И левает, выходит. Нет, ну а что могли бы парни сделать? Колдун пришел, хаоса, умер. Гены падают. Хаос Гота 3. Пытаются они, видимо, побиться вдвоем сейчас. Пытаются побиться вдвоем. Дефайлер. Одна Кана. Этот, жаль, вышел. Жаль, поторопился. Все-таки можно было бы подержаться. Ну, хотя, такое себе. Но можно... Нет, не, ребята, ЕГЭ Т2, Эльдар Т2, СОП Т2. Нет, да вы прикалываетесь. Этот Т2... Ну, Хаусит Т2, если он пошел бы в дефов, блин. Ну, без точки. Один деф. Ре. Первастный фандум, подожди-ка. А кто это? А, это Хаусит, первастный фандум. Это Хаусит. А, и он тоже выходит. Он тоже вышел. Остается один деспо. Не, ну, деспо, ему ничего не сломали, знаете. Его вообще ничего не сделали. Так что он нормально. Еще гвардеец Т2. Сейчас пойдет антитех, сенты пойдут. Эльдар в Т2. Соп в Т2. Противники в Т2, и они явно не дурачки, они знают, как играть, ребят. Сейчас пойдет масс селистов, конечно. Все. Ничего вам не сделать, ребятки. Ничего не сделать. Да и ты, по-моему, уже вышел, да? Не, ну начало было хорошее, G-Style, темный храмовник. Хороший вариант, но ты как-то долго бежал. Долго. Обычно казарма падает дважды два. Ладно, смотрим следующую репку. Следующая у нас на очереди. Снова Морталис. Ники игроков. Solar Wind, известный парень. Константин, тоже что-то знакомое. Маркус Феникс и G-Style. Унтермэш, так. Унтермэнш. Так, Хаусит. Стоит в раздумьях. Думает, что ему делать. Некрон Эксе. Эксе. Первый ген. Еще Некрон. О, смотрите-ка. Интересная рашерская тактика за Некро. Вот она перед нами. Первый скараб едет, строит турельчику. И делается сразу же лорд первым номером. Быстрый телепорт, он немедленно окажется здесь на поле боя. Понятно. Что парни снизу как ответят? Об существовании этой турельки они даже не догадываются. Значит, казарму. Заметались, бедные, заметались. Все, увидел. Поехал. Куда поехал? Казармочка. Строится. ФКшечка. Наверное, смы нужны. Турель, еще рабочий на ген. Но тут трудно. Уже достроено, уже стреляет. Что, гвардеец? Маркус Феникс. Т2. Т2 он идет, но идет он в Т2 неправильно. Третьего рабочего делает в промежутке между Т2. Это неверно. Т2 можно было и пораньше пойти. Космодесант тоже форс. Одна пачка скаутов. Смы. Берут точку и реинфорсятся. И форс. Некрон лорд уже появился, начинает мешать. Стоят. Ну, ребятки, мне кажется, это будет что-то похожее на первую игру. О, Хаусит начал работать ко второй-то минуте. Ох, ё-моё, господи. Два гена. Казарма оружейка. Вот все, что можно было построить на Т1, он строит, за исключением только турельки. А, у него ресов не хватило на турельку. Наверное, турельку бы стал строить. Этот Хаусит берет только две точки. Две. И больше не берет. Культисты стоят, и эти куда-то бегут. Единственный пока, кто здесь играет нормально, Solar Wind. Эксе. Чего ты боишься? Solar Wind. G-Style SM. Пошел.
Приходит он в гости к этому хауситу. Смы не могут убить еретика в кавере. Бог ты мой. Наконец-то получилось. Смы и форс. СМ взял точки. Еще можешь смов делать, в принципе. Еще смов. Правильно, еще смов. Ломать, турельки строить. Правильно. Хаусит, ребята, вы видите все сами. Комментарии здесь излишни. То есть, ну, точки не берется, ничего не делает. Ясно все. Приходите, вы разбираете, что, собственно, этот космодесант белый и делает. Ну вот он, культисты. Некрон. Экс развивается. Застроечка у него, турельку он отменяет. Системка, пробуждение. Второй некрон, Solar Wind. Работает здесь. Штаб от гвардейца. На обелиск удар. Ну, некрон поддавил. Он поддавил, он создал проблему. Он берет себе точки, генераторы. ФК он никогда турель не сломает, если она будет чиниться. Пришли на помощь гвардейцы. Что, кстати, у гвардейца? А он Т2. Гены строишь. Точки все взял. Гвардейцы на помощь пришли. Белый СМ разбирает хаусита. Удар был? Был. Вот сюда удар пришелся. Некрон, лорд. Надо уходить. Надо уходить. Ушел его, но увел к ФКшечке. Турелька. Турелька достроена. Отобьются здесь парни. Парни здесь отобьются. Некрон лорд, контроль. Жаль. Ну, видимо, взмахивал был. И тур... В общем, отбились. От некро отбились, потери есть. G-Style работает со смом. С некроном. Со смом, с некроном. Тяж. Ну, в общем, ребятки, такая себе каточка, если честно. Парни крайне неопытные, крайне неуверенные. Такая вот игра. 3 на 3, all welcome. Кто пришел, тот молодец. Кто слушал, тот молодец. Что у храмовника? Ну, работает, контролит, бегает. Союзники его работают, отбиваются от некрона. Гвардеец в Т2, тяжи, что еще у гвардейца? А ничего больше нет. О, это уже второй тяж. Сейчас за некро-то возьмут собраться. Здесь, уже здесь. Одни тяжи, тяжи, одни тяжи бегут отсюда бесконечные. Тяжи это круто, тяжи это больно, ребята, очень больно. G-Style. Все правильно, в кавере стоит. Точку забирает. Езжай, застраивай ее. Форс не тем занимается. С огнеметиком. НВшки сейчас сгорят. Еще тяж. Два тяжа. Вдвоем они наломились на некрона. Вдвоем. А вот от этого некро вообще помощи нет. А, в смысле нет, он здесь, точно. Он же здесь. Он отбивается от хаусита. От кого помощи нет? Вот от этого вот, от унтерменша помощи нет. Вообще, ребята, вы видите сами, этот ужас вот этот вот. Господи Иисусе, бог ты мой, унтерменш. Некрон 80, все в порядке, Great NV. Но у него и здесь убивают его союзника, и здесь убивают его союзника. Очень жаль, очень жаль. Бьется, бьется он, бьется. Смы. Все, все. Некрон лорд встал, тяжи развернулись, работают. Смотри, какой урон. Опять упал. Эх. Свежи. Да и свежи уже не помогут. Ну, типа отбился. Типа помог, защитил от десантника. Ну, а здесь кто защищать будет? Свежи высадились, недолго, недолго проживут. Нет, тут, в принципе, пока по ним не стреляют, они проживут. Четвертый тяж. Маркус Феникс, любитель тяжей. Ага, побит и сломать, конечно, убит. Три тяжика здесь у нас, три.
Гвардейские окопики здесь у нас окопались. Гвардейские укрепления. Работают. Патроны-то подаются. Вон, видите? Патроны скользят в пулемет. Разворот. Кто там? Армия НВ-шек. Нет? НВ-шки, НВ-шки. Солар. Солар ослепли. Разворачивает. Еще тяж. Нет, это точно любитель тяжей, ребята. Точно любитель тяжей. Правильно, на слив бежать. Поднял. Бедный Некрон Экса. Он тянет троих. Он играет, бьется за троих. В принципе, надо было бросить этого Хаусита. Отказаться от него. И самому пойти в Дестры. Самому попытаться выйти в Дестройеры. Потому что здесь это дохлый номер. Это дохлейший номер. Номер дохлейший. Вон они, работают тяжики, работают пулеметики гвардейские, стучат по НВ-шкам. О, красота. О, да у нас тут целый шутер. Повидали? Solar Wind исключен из игры. Ну, конечно, конечно, все же отдали. Пришли вдвоем, убили. Серый, куда долбанул? Ты куда ударил? Там же пусто. Вот кого здесь жаль, так это Экса. Парень и здесь пытался спасти, и здесь пытался спасти. Все безнадежно. Но Solar Wind, он бился с двумя. Тут вопросов нет никаких, он дрался против двух. Он пошел в хорошую атаку. Если бы его второй Некрон поддержал, с мабой они с гвардой бы размазали бы дважды два. Но этот Некрон не поддержал, он пошел спасать Хаусита. Хаусита, которого надо было бросить, пусть бы ему космодесант бы главку бы ломал ему бы. До девятой, да, пусть до десятой минуты бы ему главку бы ломал. А они бы вдвоем, бы в два некро бы раздолбили бы с Майи гвардейца. Ну, как-то так, знаете, как-то так. А вот это надо запретить. Вот это делать нельзя. Прострел через текстуры, это нельзя. Любители честной игры, вот этот прострел надо запретить. Нельзя этого делать. Любители играть без багов. Есть хороший мод, есть хороший мод. У меня он есть, который запрещает стрелять через текстуры. Такие вот ребята, брат. А все, они все вышли. Этот вышел. Он уже вышел, брат. Здесь никого нету. Победа. А, вот, главочка. Все, победа, ребята, победа. Ух, напишите комментарии, братцы. Чудо-чудо-игры. Чудо-игры. Ладно. Третья каточка, третья. Погнали. Ох, ой-ой-ой. Карта, карта, последняя надежда. Очень сложная, очень непростая карта, братцы. Ух, посмотрим. Посмотрим. Команда слева. Лало, Орк. Суть игры на этой карте, братцы. На центре карты масса точек. Три реликта. Три рела на центре этой карты. И за эти реликты нужно сражаться. На этой карте также есть еще и точки в центре. Достаточно точек. Криты. 1, 2, 3, 4, 5, 6 точек и 3 рела. Ребята, за центр надо биться немедленно. Вот наметить себе цель. Вот, допустим, вот эта спорная центральная. И ломануться к ней. Допустим, что-то вот такое, знаете. И держать оборону там. Допустим, нижний игрок забирает вот эту нижнюю полосу. Второй по счету забирает где-то центр. А вот эти двое, вот эти передовые, они бьют вот сюда, в эти врата. Они бьют сюда. И, собственно, то же самое у нас здесь. Вот этот первый. Хаусит и Ор, грубо говоря, будут драться здесь во вратах, будут бить вот сюда. А вот эти два тыловые игрока, они будут драться за центр. Ну, то есть, примерно как-то вот так будет здесь начинаться игра. Что, собственно, и мы увидим. Стелсы, только масить-то их зачем? Стелсы направляются на захват спорных позиций. Орк туда же бежит. Все ясно. Здесь таушник. Ну, два первых гена, бараки. Ну, наверное, будет течиться. Но зачем ты их прореинфорсился? Они же дорогущие, они 65 стоят. Ты мог в Т2 пойти запросто. Второй Тау. Тоже полетел на центр, все правильно. И Некрон Александр. Все ясно. Команда сверху. Solar Wind.
Первые смы против Тау здесь неприятно будет, наверное. Но смотрите-ка, перестреливают. Декапчик. Через одну пачку культистов. В принципе, есть в этом смысл. Орки. Шутки. Рубаки на центр. Мэг здесь строить надо. Дальше Некрон. The best Хьюго. Хьюго. Хьюго best. Эльдар G-Style, который идет в Тэч. В принципе, хорошее место для Тэча Эльдарского. Вообще вопросов нет. Ноги только тебе зачем? Вопросов никаких нет. А вот ноги лишние. Быстрые ноги тебе не надо. Ясно, братцы, ясно. Еще ген. А еще тебе ген зачем? Четвертый-то тебе сейчас надо точки вот эту застраивать и строить быстрее соколки. Так. Ну что? Левая команда, она получше берет точки, только не застраивает их. Нет, едет застраивать, едет, едет. Ну лови, 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 поймал, поймал его, да, 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 поймал его, вот так, вот так. Все, все. Только телепорт спасет тебя, тебя спасет Некрон Лорд, только телепорт. Больше тебя ничто не спасет. Никто тебя здесь больше не спасет, только телепорт. Да, портуется, портуется. Solar Wind здесь работает в одиночку, продавливает. И Некрона напугал, и Таушника прогнал. Сейчас на минку сядет. На минку сядет, его заманивает на миночку, не видит. Бежит, попался, блин. Попался лорд хаоса. Замедлен, застанен. Вот такой стан Таушника неприятный. Миночки неприятные. Все, а все, беги, беги. Ну, захватывают центр тихонечко. Все правильно, все грамотно. Не застраивают, захватил, встали. Надо дальше двигаться. Декап. Некроны против некронов, чудно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70. Некрон лорд. Системка. Системка, системочка у нас. Нет, декапчика не будет. Красные точки приближаются. Если смотреть на мини-карту, красные точечки. Что делать будет Эльдар? А у Эльдара до сих пор нету техники, до сих пор ни точки не грейдишь, ни технику не строишь, а строишь только гены. Так ты твои два сокола здесь уже мы могли раздолбить этого арка просто в пух и прах. Т2-то, Эльдар течется в Т2 ради соколов, двух ранних соколов или вайперов. Что-то в это, а ты даже точки не стоишь. Ну что-то, братуха, темный храмовник, ты это... Ну, наконец-то, к пятой-то минуте. В 3.00 уже сокол появляется, а у тебя в пятой минуте только начинает строиться храм этот. Ну что, карту пополам поделили, парни? Ну, грубо говоря, пополам они поделили картишку. Даже тут река разделяется. Ага. Карту пополам разделили, ладно. О, пошел грейд точки. И еще прирост энергии. Что ты задумал? Что ты задумал? Куда тебе столько энергии? Надо выравнивать, надо, чтобы баланс был. А здесь грейд. Здесь грейд. Арлекин сбегал. Правильно, 16 рубак с спа-джигами. Да, с бернаснами. С бернами. Хорошо. 16 рубак, то, что нужно. Соколок. Орк укрепляется. Правильно, правильно, правильно. Цель себе поставить. Вот такая вот какая-то спорная точечка, знаете. Такая не слишком удаленная. Вроде как и моя. Укрепиться на ней и от нее играть. Вот и все. Вот и все. Вся суть игры. Ну, здесь мы видим конкуренция, бег... Хаоситы с Таушником, они бегают друг от дружки. Ну, Тау Т2. Тау в Т2. Сейчас увидит маячок, он увидит. Увидел. А Хаосит идет только в Т2. Точки надо грейдить. Точки надо Хаоситу грейдить.
Первый Соколок здесь появляется на поле боя, и сейчас он внесет свой вклад в победу. Внесет. Так, куда? Куда? Зачем? В кавер встать? Что еще? Врата? Ресы копятся у Эльдара. Копятся? Ну хоть Т3 пойди. Хоть в Т3 пойди. Битва в разрушенном городе. Здесь же тоже какой-то городской пейзаж же, знаете. Вот там все это огромный город, а здесь вот джунгли. Так вот, город уничтожен, разбомблен, все в воронках, все уже развалено. Что-то Эльдар медленно работает. Сколько ресов копится? Ресов сколько копится? Арлекин тут один бегает. Сокол. Ага, стелсы. На, все. Контра. Невидимость. И Т3. Так, сюда. Врата будешь строить. Вот точно говорю, врата будешь строить, чтобы невидимыми сделать. Арлекинчик. Свежеватель. Ну и вроде как все заглохло. Вроде как все встало у парней. Замерло все на рассвете. Кто? Еще сокол. Ресов куча. Можешь запросто ЛП-3 себе уже делать. Урон вкачивать. Лучшее вложение средств это в ЛП-3. Лучше всего, ребята, вкладывать деньги в пассивный доход. Туда, что вам будет приносить пассивный доход, ребята. Вот лучшее вложение в довчики это в ЛП-3. И ресов будет больше, и точка будет больнее стрелять. Вообще идеально. Идеально просто. Эх, жаль, братуха, жаль. Ну что ж такое-то? Что ж у тебя ресы-то копятся? В чем дело-то, господи? Вот получи, я думал, ты врата построишь, турельку построишь. Все, вот она, плата твоя за твой простой. Стоишь долго, браток, долго. Вообще ничего не делаешь. Вообще ничего. Елки-палки. Орк. Ну, орк здесь бегает толпой. Две точки на центре взял, ладно. Таушник, арт. Арт. Ну, тоже две точки взял, смотрите-ка. Побежали сюда уже. В Т2, круто у него. Здорово все. Этот таушник. А этот таушник работает с некроном. Он здесь работает. И все хорошо, и некрон в Т2. И Тау Т2 техстанцию строит. Так что, знаете, вот этот таушник Dreams in Digital... И вот этот Некрон, Александр, у них хорошие шансы сейчас пойти вот сюда, вот в эти врата, как я сказал, и туда ударить. Посмотрим, что из этого выйдет, правда. Ну, как бы, знаете, у нижней команды, мне кажется, предпочтение, наверное. Еще раз на верхнюю пробежимся. Ну, хаусит Т2, точек нету. А не грейдишь, на трех точках сидишь и не грейдишь свои единственные источники ресурсов. На центр бы хоть сходил, хоть что-нибудь бы взял. А ты здесь на арене приехал. 4 из 4 урон, как у гейтсов. Дефайлер, лучше бы, наверное, талончик. Наверное, лучше бы талон. Колдун, лорд, то есть полная закачечка смов на Т2. Полная, урончик будет, ого-го. А где таушник-то? А, возвращается, возвращается. Тоже на рине. Барракуда, поэтому я и говорю талон. Шевелятся здесь, двигаются баннеры укрепленные. Здесь дестры ездят. Дальше проехал. Ну чё, в принципе, у тебя урона достаточно. Высаживай, маячок. А, тебе не надо. А, ты куда ты там, тупик? Больно. Конечно, спрячешься. Барракудка. Сломают барракудку 2×2. Сломают. Эх, больно. Запофинговался. Как подставлять? Куда ты? Куда вы бросили пацанов? Ой. Обидный слив, ребята, обидный слив здесь. Как обидно слился Solar Wind, как обидно. Всю армию отдал. Всю армию сдал, божешки. На трех точках играешь, браток, на трех точках. Пришел и все свои вложения, которые ты так долго копил, до 11 минуты ты все сдал. Очень больно это дело. Надо было сразу, ну куда ты сюда-то поехал? Ну убежали недобитки, герои отданы, убежали, ну выжили терминаторы вот эти вот. Это терминатор. Сейчас Дефайлер отъедет. Блин, вообще слив. Т3
Т3. Точка негрейджена. Ой-ой-ой-ой, вот теперь точно все сдашь. Точно все сдашь. 500. У него 500. 1300. Терминатор. Ох, блин, а. Это тут в конвульсиях. До сих пор бьется, лежит в конвульсиях, ребята. Все, умер. Эх, вообще, блин. Ну, некры с некрами возятся. Ничего такого интересного здесь нет. Победит тот некрон, кто сделает больше свежей. Все, солар. Некрошки неэффективны. Свежи друг от друга. Ох, жесть. Кошмары. До сих пор грейда нет. Турельчику можно было построить. М-да. Орк. Техника. Да зачем тебе техника? Иди в гитсу. И все, и проблем не будешь знать. Некрон Т3. Что у Эльдара, братуха? Аватар! Ты шел в аватар, браток! Ух, как ты им сейчас воспользуешься, глянем. Паучки с гранаточками. Соколочек. Да хоть врата где-нибудь здесь построить и потом продвигаться по тылам бить. Ой, братцы. Ну что тут, Т3Е торка. Вартраки. Вроде как теряют позиции-то, да? После такого слива жесточайшего. Верхнего хаусита продавливают, продавливают. Надо же, надо же. Здесь корабей вычинивают. Падает, бах. Главари. Да, таушник пошел, одержимый. Лорд. Блин, жалко. Ну чё, здесь убивают хаусита, а здесь убивают некрона. Разменчик опять. Аватар, ох-ох-ох, на! Нобики, ну нобы это только как мясо, это как поросята, знаете, они жирные и бесполезные. Только как на сало, только солить их, этих нобов этих. На, конечно, на, тушка. Полетел. Хоба. Полетели. Так только, знаете, время тянуть только. Да ресы сливать. Бабах. Один из сильнейших ударов аватара. Че, с мэком зацепился, да? Ну, правильно. Ну, а смотрите, как они его постреляли. Ну, так правильно, он здесь один. А, нет, подожди, здесь орк. И тут стреляют все. На! Побились с ним, слушайте. А, побились, побились. С аватарчиком-то побились. Такую классную анимацию у него убрали. У него была анимация, когда он протыкает свою жертву мечом. Меч поднимает. Жертва у него по мечу к рукоятке сползает. И он потом ее стряхивает с меча. В Soulstorm'е такой анимации нет. Долбанул, три трупа улетело. Такой анимации в Soulstorm'е нет, к сожалению. Жаль, жаль, жаль. Да уж, да уж. Ба! Призма! Призма от G-Style. То есть затечился только в Т4. Световые копии. Здесь световые копии. Еще и лорд. Ух, сейчас просто пойдет и разнесет орка. Так, а здесь? А отбились? Отбились, помог немножко и некрон помог, и одержимые облиты, они помогут сами себе очень хорошо, без методичек, помоги себе сам. Здесь... Монолит сломали? Или что? Монолит сломали? А вот это сейчас толпа? Копья. Копья, это хорошо. Вот сейчас вот эта вот толпень может просто идти вот сюда, к арку. Просто к арку идти и его ломать. Да, неплохо. А где монолит твой? Здесь, Александр, монолит. Ну, некрон продавливает. Некр продавливает, конечно. Гены ломает, здание ломает. Атака таушника захлебанулась, но здесь диверсионная группа по дестру работает. Маячок, плазма-пистоль. Больно. Ну, дестра забрал, конечно. Еще один. Взрыв. Дальше в тыл. Да-да-да, идти-идти надо, идти. Тем более призмы, копья, надо идти. Урон страшенный, призмы, да копья, да это ужас. Орочи здания, они разлетятся в пыль просто. Фух,
и прах разлетятся. Ну, вроде отбился. Диверсионная группа. Тау не сдается. Наш гордый Тау. Да, двигается, двигается. Куда надо. Арлекин здесь бежит в качестве детекта. Хотя лучше бы здесь бежал Совет с Фарой. Было бы покруче, чем Арлекин. Совет с Фарой было бы покруче, поинтереснее, как говорится, было бы. Повеселее. А почему только одна призма-то? Где у тебя вторая? И аватар стоит. Знаете, вот эта компашка, как это выглядит здорово. Аватар стоит, паучки, грейжины. И вот она, эльдарская армия. Крутейшая эльдарская армия. Еще пачка паучков здесь. Хорошо. Вот он, совет идет. Врата здесь. То есть четенько, четенько работает. Ух ты, здесь можно врата строить. Ничего себе. Ну что, за хаосита взялись. Конечно, взялись. Хаоситу больно. Не смертельно, но больно. Здесь некрон отбился. Я так понимаю, сейчас эльдар, который пол игры стоял, глядел по сторонам, течился, думал. Ну, правильно, сыграл по-эльдарски. Абсолютно по-эльдарски сыграл. Смотрел там, подумал, попланировал, что-то помогать, не помогать. И все-таки, а ладно, надо идти мир-то от ксеносов освобождать. Вот опять стоит, думает, знаете. Вполне по-эльдарски сыграно. Просто по-эльдарски. И ресов куча, и врата везде понатыканы, и невидимость уже везде, знаете. И ЛП-3 пошло, лучшее вложение. И здесь шикарненько. И здесь врата, здесь. Чё стоишь, только думаешь, иди арка разбирай. Он обратно пошел. Ёлки-палки. На точку. Ну, центр потеряли. Центр гидсы, грейжные, причем гидсы, попрошу заметить, с грейдами. А кто это палит? Это кто стреляет? Ого! Тут только шажочек, два шага вперед сделать. Дальнобойный. Так, 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 ну все, приехали. Ну куда ты идешь-то? Че, ты в мире драться собрался, что ли? Ай. Help! Help! Правильно, help. Тут тебе идет вон закачанный некрон. Полностью закачанный некрон. Тут надо эльдар убить, эльдар стоит в раздумьях. Надо бить, и здесь еле, еле как отбиваются. Вдвоем отбиваются от таушника. Здесь некрон пришел. Надо эльдару срочно себя здесь показывать. Ну-ка, давайте посмотрим, как здесь ситуация. Ну, в принципе, левая команда пока проседает. Центр она вся полностью сдала, весь центр. Но у нее какая-то контр-игра здесь уже на фронте. И неожиданный удар. Ё-моё, ничего себе. Кто встречает? Раз, грейжены гидсы, прыжок, совет повяжет, конечно. Шторм по гидсам. Фара сдохла, не успела шторм заюзать. Ну, собственно, вот эти вот мяски, вот эти свинки отлетают. Гидсам прыжок. Призма своих убьет быстрее. Неуязвимость. Или это только от крик от варбосса? Ну, продамажили. Где аватар? Здание крушит. Мобы его зарубили, кстати. Мобы-то с клешнями, братцы. Урон-то большой. Здесь таушник стоит. Таушник стоит. Арт, они вдвоем этого эльдара встретили. Вдвоем. Копья отдаются. Немножко, немножко что-то как-то, знаете, не очень прокатило у эльдара. Не очень. Потому что встретили двое. Тут Тау. Тут орк. Дрончики еще спамит. Хаммерхеды. Контр-игра. Не, левая команда проседает сейчас по всем фронтам. Мы это видим по мини-карте. Она сдала весь центр. Монолит построен на том же самом месте, где и был. Как будто ничего и не было. Как будто монолит мне и не ломали. Единственная проблемная точка здесь у Solar Wind. Единственная проблемная точка, где он кое-как бедный выживает. Кое-как бедный выживает. Ну, паучки дошли, вроде что-то поломали, а ничего вы не поломаете, братцы. Ничего вы не поломаете. Здесь слишком много здесь, ребятки. Здесь бот слив. Эльдарский сливчик. Какой-то станчик здесь наброшен. Так, по лордику упрыгивает. Видите, неуязвимый. Сам бросил или кто-то помог?
Непонятно. Любители нобов собрались. Да. Карту всю сдали. И причем парни снизу карту-то взяли. Орк забрал. Вот она, где призма стоит. Здесь Эльдар отстраивает себе базу, чтобы войска быстрее шли. Вот здесь появлялись, понимаете? Все правильно. Эльдар все делает правильно. Бедный Хаусит, он выживает. Точка до сих пор не грейджена. Новая одержимая. Точки нету. Кто взял? Так, Некрон. В общем, поделили центр Эльдар с орком. Главочка от Эльдара. Хорошо. А чем ты будешь защищать свою эту базу передовую? Некроны пошли на помощь своему Хаоситу, потому что тут уже ситуация действительно печальненькая была. Сейчас здесь двое ударят по твоей новой передовой базе. Так ты здесь такую очередь построил здесь, а у тебя здесь... здесь тоже у тебя грейд идет, кстати. Ну, совет, время потянет. Турельчики постреляют. Согласен, согласен. Кто высаживается? Один облит от Соларвинда. Видимо, здесь контроль. Хотя бы здесь, думает, выброшу. Один облит. Порт. Беги, облит. Аватар. Мэг отъехал. Нет, турельки эльдарские больно стреляют. Они хиленькие, но они стреляют больно. Аватар без тех напугал опять таусятину эту всю неразумную. Вновь продавливают Некрона, и теперь это, по-моему, выглядит уже фатально. Здесь и гидсы, и вартраки, и новы с клешнями. Это уже похоже на конец. Пусть бедный Хаусит и терпит, но это похоже на конец. Живучие таушники, слушайте, живучие. 500 хп у морды. Да, орк. Орк с одержимыми эту сторону сейчас пробьют. Наплевав на базу, здесь Некрон позащищает. Два облита. Рабочий убегает. Убегает рабочий. Видимо, главочку будет где-то строить. Некрон. Некрону бы реликт бы неплохо было бы. Да, продавили, одного убили. Центр полностью их. Левая команда проигрывает, брат. Теперь мы видим это. Ну что, здесь хаммерхеды. Я их на поле боя вообще не видел, хаммерхеды. Они тут так и простояли всю игру. Таушник так никуда и не ходил. Вот опять они здесь бьются вдвоем против одного Эльдара. Вдвоем. Против одного Элла. Где остальные-то? На! Теперь шторм вошел. Аватар на здание, аватар падает. Вообще аватар ничего не сделал. Братцы, в аватаре пользы ноль. Кроме того, как он лимит поднимает, больше в нем пользы вообще никакой. Никакой абсолютно. Только в качестве подъема лимита. Тот же Бластырстер, он летает, у него два перелета, и он здание ломает за несколько ударов. Так, сущность несущего тьму. Прыгнуть сюда, гидсов забрать, и здесь, чтобы они перебили друг дружка. Нет, мы сделаем сущность. Да уж. Мы будем делать сущность. Игра к концу. Эльдар здесь бьется с двумя, и двух он продавить не может. Камархеды никуда и так и не выходили, они здесь стоят на базе. Таушник никуда не ходил, так и стоит на базе. Орк так и стоит на базе, дежурит. Бой только наверху шел, жесткий бой. Соларвин с кем? Что за Тау был? Dreams in Digital. А остальные просто стояли, курили, думали. Палма налив. Все, один сдох. Минус один. Минус один. Т4. ГГ, Best Hugo. Партии, Jack the Party, вышел. Хаммерхедик. Установочка. Небесный лук. Гранаты. Есть гранаты. Одна вошла, вторая вошла. Третья, я так понимаю. Ну это так застрелит. А орки идут дальше. Вот, кстати, орки, они хорошо здесь бегают по этим джунглям. Бегают, стреляют, толкаются. То есть они пофинговаться не будут, как эти. Как гвардейцы. Господи Иисусе, это жесть просто.
Если вспомнить последний стрим, это просто жесть была. О! Ба! Висит неплохо здесь. Гицы, орки против орков. Гицы здесь хорошо встали. Ну, правда, с одним грейдом вообще хорошо встали. Сейчас они здесь нашмаляют здесь из-за угла. Нашмаляют. Орк даже не видит, что там происходит. Сейчас с тыла постреляют. Удар эфирила по аркам. Бах! Еще получат. Но орки пробежали, но они гребут. Что-то как-то это... не очень. Здесь наушник встречает. Сюда бы что-нибудь такое, знаете. А детекта-то нету. Снова Эльдар пришел. Эльдар, Solar Wind здесь же. Наушник на помощь идет. Ну, тут облет и с призмочкой сейчас третий. С двумя призмочками. Все, 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 все. Здесь уже все. Здесь уже все. Смели, смели. Здесь разбили. Эльдар разбил здесь орка. С аватаром снова, с новым аватаром разбивает. Ну, здесь парни вроде отбились, но зато тыл потерян. Карта потеряна. И кольцо сжимается постепенно. Да уж, да. Ну чё, 30 минут, это уже, считай, эпик. Как-то так. 30 минут, это уже, да. Сквигот! Вот кто-кто будет пофинговаться, так это Сквигот, братцы, здесь, в этом узком пережейке. Все, уже начинаются проблемы. Ох, ребята, от первого лица. Получится ли? Нет, в Дестро уперся, а так классно было бы, пробежал бы по этим переулочком, на стену полез. Ух, ребята. Кто ливнул? Таушник ливнул. Казарма. Ливнул уже таушник, не выдержал такого. А что, они его сейчас забьют, кстати? Нобы-то с клешнями его зарубят с героем и с мэком. Только так. Порешат. Нет, все кончилось, кончилось. Dreams in Digital покидает эту игру. Да уж, да уж. Вот и мастодонта греб. Пробивает Эльдар и хаусит. Все. То есть все, здесь орк подчищен. Здесь теперь таушника подчищают. Здесь базы нету, здесь некрона нету. Все, братцы. Песенка спета. Песенка спета, вся карта во власти парней, абсолютно вся. Все забрали, все, что можно, забрали, в речку он выбросил. Турельки, раньше надо было турельки строить, раньше. Гидцы, гидцы встретят. С одним грейдом, правда. Ух, перефокусил, хорошо. Выходит. Кто остался? Последний, вот он, Арт. Сколько у него влияния, бог ты мой, сколько у него влияния. Мог, я не знаю, масить и масить, стелсов масить, все что угодно, масить и идти убивать куда-нибудь, кого-нибудь. А теперь все. Последнее здание падает и ГГВП. Все. Да уж, братцы, да уж, напишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, по этой игре. Напишите, обсудим, порассуждаем. Кстати, классные вот эти лучи облитераторовские, вообще супер. Сейчас кадрик мы подберем, кадрик. Попробуем найти. Ну, как-то так, грубо говоря. Как-то так. Все, братцы, оставляйте комментарии, оставляйте лайки. Оставайтесь со мной.